Всем привет! Наступила пора, начали созревать кабачки. Это значит, пора задуматься, как можно сохранить их на зиму. Я вам поделюсь тремя способами, как их можно заморозить в морозильной камере. Для начала удаляем с кабачков краешки, вытираем насухо и будем нарезать на кубики. Эти кубики мы смешиваем зимой с покупными овощами. Вот, и очень вкусно потом тушится. Как известно, кабачок, он отличный сорбент и вытягивает с организма все токсины. Вот наш пакетик, мы его отправим в морозильник. С одного кабачка столько вышло. Второй способ. Мы опять вытираем кабачок, но разрезаем на лодочке. Серединку лодочки мы вырезаем. Так зимой мы будем начинать с фарш, овощи и вот эта серединка. Очень вкусно получается. Гостей вы приятно можете удивить. Обязательно, чтобы кабачки были молодые, без семечек. Вот у нас, видите, молодые. Второй способ готов. Отправляем в морозиловку. И, наконец-то, третий способ. Опять вытираем кабачок и режем на пластины. Такие пластины отлично пойдут и как на шашлык, и как на рулетики. И они не теряют свой соус абсолютно, даже после заморозки. Кожицу, заметьте, мы не снимаем. Третий способ. Отправляем в морозиловку. Итак, подытожим. Мы получили три способа. Вот всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.